Доброе утро, ребятки! Мы с Арсюшкой сегодня одни. Сегодня среда, но я решила повезти Сёму в садик, потому что мне сегодня на перевязку. Должны приехать Серёжины родители, чтобы им было попроще посидеть. Будет Сеня один. Вот. И мы с Сенькой сегодня наконец-таки добираемся до уборочки. Мы уже запустили пылесос в комнате у Сёмы. Сейчас я тут протру пыль быстренько, пол. И пойдем в другие комнаты наводить порядке, пока Арсюшка спокойный. Сегодня спали хорошо ночь, проснулся он всего лишь два раза покушать, и это здорово, потому что последнюю ночь он прям постоянно на мне висел, последнюю неделю. Сегодня, видимо, ему сопельки уже полегче даются, и он сегодня спал хорошо, и я тоже рада. Семён сегодня хорошо пошел в садик, не плакал, потому что я говорила, что в понедельник и вторник он что-то прям очень плакал, как-то ему не очень хотелось. Тебе сегодня такой, ну, радостный проснулся, радостный пошел, вроде все окей. Будем надеяться, что так оно и есть. Сегодня у меня последний день на перевязке. Я очень на это надеюсь, что больше мне туда ходить не нужно будет. И все, с этим я закрою тему, а потом мне только нужно будет идти к врачу. Так, Арсюшка там очень орет, мне надо набрать ведро воды. Хочу сегодня помыть пол, потому что с того дня, как я накрылась, я не мою пол. Хотя я стараюсь, ну, хотя бы через день, по возможности, прям его хорошо шваброй самой протирать, не пылесосом. Поэтому, да, я сегодня добралась до этого, чувствую себя достаточно уверенно, насколько это возможно. Так чуть-чуть бывает, что-то побаливает, но это уже пустяки по сравнению с тем, что я пережила. Я еще сегодня ночью очень долго не могла уснуть, потому что все думала про YouTube, о том, как все-таки это грустно. Ну, я, конечно, не те блогеры, которые там снимала 15 лет на YouTube с самого его начала основания, но все-таки 4 года записи видео практически ежедневно, да, там, с иногда вынужденными перерывами там по каким-то особым обстоятельствам. И это так уже вошло в привычку, что даже в те дни, когда я не снимала влоги, я просто брала телефон для того, чтобы какие-то там моменты детей заснять, все равно, чтобы были у меня на память. И я снимала, вроде снимаю, как там Сеня играет, вот я кадр снимала, когда вот болела еще только. Там Сеня играл с пакетом из доставки, мы продукты с ним доставали, я включила камеру, чтобы просто записать, ну как прикольно он так выглядит, чтобы потом посмотреть, какой он малыш был, и я начала рассказывать, что мы заказали, хотя я вообще не планировала снимать влог. Ну, в общем, это уже какая-то профдеформация, и для меня это уже настолько привычным всем с вами делиться, брать камеру, снимать, монтировать, что-то рассказывать, что я просто не представляю, как. Да, сейчас мы там переходим на другие площадки, но вся аудитория теряется. Ну, конечно, у меня просмотров не так много. За то время, сколько я снимаю, можно было бы достаточно хорошо развиться, но я это не ставила в приоритет, и у меня где-то там 1000-1500 просмотров, и на других площадках сейчас, можно сказать, все заново. На Дзене еще как-то более-менее к 1000 подписчикам подходит, конечно, просмотров там тоже немного, но уже стабильные 200-300 просмотров у меня есть. Поэтому ничего страшного, будем снова развиваться, как бы это обидно не было, но, возможно, в этот раз получится лучше. Хотя, что у Дзена, что у Рутуба очень плохая, как сказать, плохое продвижение, то, что там рекомендации вообще не учитываются. Конечно, с Ютубом ни в какие рамки, в Ютубе это все уже отработано десятилетиями, можно сказать, сколько там Ютубу, почти 20 лет, 19. И, конечно, да, грустновато, но ничего, зато есть Телеграм, где можно с вами быть всегда на связи, поэтому подписывайтесь, если вдруг я уже никогда не смогу записывать на Ютуб, то я буду в Телеграме. Ну, конечно, очень хотелось бы, что когда-то все у нас наладится и все снова разблокируют. Когда-нибудь снова наладятся отношения, и все будет хорошо. Очень, конечно, обидно, что это не по зависящим от тебя причинам происходит. Да? Ну, ничего не поделать, к сожалению.
Не мы такие, жизнь такая. Ладно, все, мы пошли убираться, а то сейчас Сенька, пока спокойно я с вами все проговорю и не успею ничего сделать. Я, значит, жду Сережных родителей. Сейчас они приедут скоро посидеть с Арсюхой. И я быстренько на перевязку и сразу Сему заберу, потому что ну, по пути время уже много, нужно Сему. Так, а что вам сюда? А, тебе за футболочкой надо забирать. Вот, поэтому сейчас быстренько все сделаю. Ой. Так, а у нас еще какие-то проблемы с водой. Слышу, у меня машинка пищит. Подхожу, а там H2O, включаю холодную воду, а воды нет. И она все еще пищит, да, я так понимаю? И что мне с ней делать? Ну все, я же тебя остановила. Или что, мне тебя выключить надо? Так, Ксюша, сейчас мы попробуем тогда и выключить. Ну капец, конечно. Ну все, приедем. Главное не забыть. Что у нас там вода, кстати, есть? Не забудь про нее. У нас там все. Ага. Фигушки. Она не откроется. Придется потом приезжать и заново запускать. Ладно, будем знать. Так, ребятки, значит, я закончила свои походы по поликлиникам, но только на сегодня. Потому что мне нужно будет в пятницу еще раз прийти и показаться. Сейчас мне не ставили ставить дренаж, ничего не делать, не промывать. Просто сказали, что теперь нужно подсушивать. И предложили марганцовку с бинтом. Теперь так ходить. Ну, я, в принципе, себя реально вот сегодня прям как-то очень хорошо чувствую. Я уже забыла такое состояние. Но вот мне сказали, что завтра просто снять, ничего не делать, ничем не обрабатывать. И в пятницу еще раз нужно будет прийти, посмотреть, как все заживает. Я уже надеялась, что сегодня последний раз. Но, в принципе, если там просто посмотреть, может быть, я и сама справлюсь. С Сенечкой вдвоем сходим. Придется его как-нибудь на руках держать, самой ложиться, не знаю. Ну, короче, посмотрим. Сейчас Сережины родители Сеньку уложили, он спит. Правда, что-то он сегодня пораньше уснул на второй сон. И... не знаю, что будет с ночным. А я сейчас иду в сторону садика. Дети еще только проснулись, у них там сейчас полдник будет. Я как раз за это время, там возле садика почта есть. Быстренько забегу и отправлю Авито посылку. Вот, и потом Семку беру и домой. Что такое? Забрала Сему, он делает следы. Стоит в луже, потом делает следы. Все хорошо у него в садике. Я пришла, они еще за столом сидели. Сиди! Да, много следов ты сделал, конечно. Сейчас ждем автобус и едем домой. Круто! Мы тут с Семеном играем. Уложили Арсения поспать, пока он у нас как-то слабенько себя чувствует, поэтому уснул на третий сон. Сопли эти достали уже. И все бы ничего. Но я пришла домой. Поняла то, что я сегодня ела последний раз в 10 часов утра. И поела. Но мне плохо. Какая следующая буква? Не знаю, какая. Посмотри внимательно. Это буква Р. Дальше. Чувствую себя очень разбита. Блин, мне хочется плакать. Я не понимаю просто реально, что за напасть. Только я сегодня себя начала чувствовать хорошо. И вот, мам, знаете, где еще один? Какая? Ищи. И вот тут опять. Я реально в шоке просто. Но мне кажется, может быть, это горло, что сегодня утром как-то встала, да, чуть-чуть подышала, но потом в целом было нормально. А вот сейчас опять. Ну я не кукол. Ой, надо будет температуру померить, потом Сенька проснется. Померю, потому что градусник я уже убрала. Лекарство такая убрала. А тут я. Ну ищи, сыночка, где-то здесь. Мы играем вон в эту игру. Ищем буквы. Всякие разные. Да? Слово торт мы собираем. Ой, блин, Арсюшка проснулся, что ли? А, или он перевернулся? Перевернулся. Одни ноги такие торчат тут.
Давай искать. Ладно, пошли мы играть дальше. Пожелайте мне реально здоровья, просто чтобы я опять не разболелась. Но если это будет просто простуда, то окей, но блин. Хоть бы это не что-то, что пошло дальше. Ребятки, день заканчивается. Время уже практически 9:30. Я иду сейчас Семену укладывать спать. Арсюшку там вроде всё. Нет, Сережа не укачал. Плачет еще. Сережа укачивает Сеньку. И я включила, чтобы с вами попрощаться и сказать вам, что мы увидимся в следующем видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.